Меня зовут Аня, моя фамилия Засимович. Учусь в женском институте Энвилла, перехожу на третий курс. Вот. Веселая, общительная, жизнерадостная. 19. 1,70 м. А профессия на цвет? Да. Аня, вы участвовали в каких-то конкурсах или проектах? Я когда-то была в модельном агентстве «Серж», занималась. Диплом есть. И что, потом случилось? Ну, потом ушла. Ну, получается, не заключила контракт и пошла учиться. А в конкурсах не участвовали, в конкурсах красоты? В конкурсах я была в Национальной школе красоты, но я не приехала на следующий день. А сегодня вы тоже сегодня пришли, а завтра не приедете? Или у вас более серьезное намерение? Больше серьезное намерение, что? Больше такого не повторится, просто не было такой возможности. А не могу? Конечно. Ну вот так, возьмите его. Ну да, оголите лоб. И с лица, Хорошо. А выше просто так? Я сейчас их уберу. Можно кости не брать, просто вот так? Да. А А скажите, вот если вы пройдете кастинг, скажите, вы сможете каждый день приходить и заниматься? Да, готовиться, конечно. То есть не будет такого, конечно. Что заболели? Я уже все продумала, чуть что. Хорошо. Да, я понимаю. Спасибо. Да. Скажите, а вы готовы на эксперименты, если вам предложат стилисты покрасить волосы и превратить вас в брюнетку? Уже перекрашивали. То есть вам не страшно ничего? Да. А творчески вы сможете удивить жюри? Творчески? Не знаю, нет, наверное, не готова. Да, я занимаюсь спортом, бег. Также, ну, все связано со спортом, скажем так. Вот. Хорошо. Спасибо.